Всем привет, у нас обновился Bachelor's Madness до версии 1.04. Смотрите, он аж фиолетовым стал. Ничего себе. Цвета меняет, прикол. У нас в игре должна появиться новая плохая конечная сцена. И также доступна пререгистрация на Bachelor's Madness 2. Давайте стартовать. Экстра лог, кстати, поставим. Потому что у нас сейчас должна появиться труба. Уже не распаянная. Скип. Ничего себе, добавили эффект. Хоррорный такой. С дребезжанием картинки. О, видели? То есть это даже в игре будет? Смотрите, цвета меняются. Это как? Либо это у меня такие глюки в игре. Кто скажет? Так-то необычно. Это что такое происходит? Если это не входит в обновление, то это прикольно. Так. Как так получилось? Смотрите, фиолетовое все. Это как? Да неужто? Ну-ка. Залезать еще нельзя. Давайте на всякий случай отодвинем дверку. Что за чудеса творятся? Просто разные цвета. Об этом никто не говорил. Психопат меня не спалил. Класс. Просто меняются цвета. Это что за Новый год такой? Так. Трубы все еще нет почему-то? А как? Странно. Куда она делась? О, не может меня замочить. Возможно, это нужно экстрим поставить. Давайте поставим экстрим. 6 замков. Так, а на харде 5. Ну-ка, смотрите. Экстрим 6. А, и тут экстралоки. А на харде 5. Экстралоки ставим 6. Нормал. 4 стало 5. Понятно, давайте хард и экстралок. Все. Мы нашли свой вариант. Скип. Кстати, реально, у нас картинка дрожит и меняются цвета. То есть это задумка именно разработчиков. У меня настройки эмулятора все прежние. Вот смотрите, реально. Какой-то розовый фон. Это, видимо, для устрашения. Такое ощущение, что у меня в игре какие-то глюки происходят. Если это не задумано было разработчиками, напишите об этом в комментариях. Потому что я этого знать не могу. Игра сама об этом не говорит. Если у вас так же, это класс. Черничный фон. Ох ты, черника с молоком. Так, и красная кровь, кстати, заметьте. Кровь-то красная, значит, это не глюк эмулятора. Ох ты, у нас и труба есть. А где тогда паяльная лампа? Так, все, камера меня спалила. Он пусть пока что идет. А мы с вами будем искать код. Ох ты, код здесь. Нет, он не слепой. Молодец. Сейчас откроет. Все, побежали. У нас полностью все замки есть. Это очень сложно. Но у нас также есть дробовик, который мы сейчас зарядим. Ой, нашумел. Еще раз нашумел. Пока что закроемся на всякий случай, чтобы у нас была фора. Бам. Шмаль. Сколько секунд, смотрим. 30 всего. Так. Все, скидываем вниз. Ох ты, прям растаял. Молотка нет. 30 секунд, это быстро. Значит, молоток не здесь. Пробегаем прямо по нему. Так, пока что будем ходить с дробовиком. И все искать. Кусачки берем. И перекусываем пока что. Бам. Это есть. Кусачки кидаем поближе. Вон туда, потому что он, скорее всего, из подвала пойдет. Сейчас будем производить шмаль. Смотрите, у нас все опять черничное. Все, ес, идет. Бам! Красиво улетел. Кусачки пока что применим по ходу. Раз, таки откинули. Все, кусачки более не нужны. Берем уже щипцы. Управление идеал. Бам! Ну мы его можем взять, да? А, ладно, не будем растягивать. Получается очень страшно. Так. И нам этого не нужно сейчас. У нас сейчас прохождение обновления. Так. Очень много замков. Так, не развернулся, ура. Бам. Смотрите, розовый брусок просто. Ёкарный бай. Как так-то? А почему? Он прям подъехал ко мне. Ну и класс. Мы сегодня с вами игру пройдем. И также игру не пройдем специально.
чтобы посмотреть новую конечную сцену. Но смотрите, насколько все розовое. Это, конечно, ужасно. И они пока не убрали вот эти невидимые текстуры. Да на! Так, не перегинул. Да на! Улетел. Нашумел я, да, в принципе-то? Но он сюда почему-то не пошел. Смотрите, кусачки на воздухе висели. Тут кровать еще пока что, выхода на второй этаж нет. Yes. Убегаем, убегаем, убегаем. Жестяра, какой он скоростной. Дверь закрываем. Это от какого? От нижнего. Да на! Еле успел. Так. Сейчас пойдем за дробовиком. Нам в идеале вообще надо флейту достать. Так, а где он? Он что-то услышал другое. Видите, даже дверь закрыта. Его куда-то телепортировало. Так, шмаль производится. Он не заряжен. Побежали на второй этаж. Так, резко, резко, резко. Это реально хард. Настоящий хард. Нам придется прыгать. Всего один патрон остался. Шестяра, бежим, бежим, бежим. Все нереально. Он мега скоростной. Это третий день. Мы еще с вами не нашли молоток. Он, скорее всего, находится у нас в одном из шкафчиков. Так, я успеваю. Скорее всего, вот здесь находится молоток. Вот здесь. Да, он есть. Но странно, почему такие эффекты? Что у нас все с измененными цветами. Вон он куда пошел, молодец. У нас будет сейчас время зарядить флейту. Бам. Yes, все, успели. Да на! Жесть! Она не стреляет. Она не стреляет. Вы сами видели. То есть я должен стрелять из дыры, вот отсюда стрелять, и она еле-еле его накроет. Так. Пусть заходит. Я готов, я готов. Так, ну реально, какие-то странные глюки, вам не кажется? Неужто так разработчики задумывали? Так. Да, это страшнейшая штука. Все, побежали наверх. Нам нужно заряжаться. Так, дротик. Yes, взят. Но что мы кинем? Давайте кинем вот сюда бутылку тогда. Он подойдет? Нет, не подошел. Как в него стрелять-то? Ну, в принципе, летит еле-еле-еле. Давайте попробуем, рискнем. Бам! Я же выстрелил. Мы очень близки с вами к плохой конечной сцене. Так невольно получилось, но мы реально к ней близки. Возможно, лучше ее и проделать. Пока что хочу потренироваться в стрельбе. Ну, улетает же. Так-то. Сейчас вообще хорошо летает. Почему? Давайте проверим. Летает. Сейчас летает. 30 секунд было всего. Где у нас тогда паяльная лампа? Неужто здесь? Паяльной лампы нет. А, вот она. Смотрите, ее тоже надо реально сбивать. Будет. Бам. Понятно. Давайте еще раз попадемся. Дождемся конечной сцены. И потом будем уже проходить игру. Раз у нас так все получилось. Ёкарный бай. Приседаем. Видите, можем под пол залезть. Да, наша цель сначала тогда будет не пройти игру, а потом пройти игру. Так, сейчас шмальнем по нему. Бам! Приседаем. Все, сейчас будет сцена. Новая или не новая, я пока не знаю. Новая! Смотрите. Реально, новая, конечно, сцена подходит. Я как раз нахожусь в комнате с кандалами. Это жесть. Написано Game Over. Я просто здесь сник. Так, давайте еще раз стартанем. А, ну сейчас, опять-таки, на харде мы попробуем игру уже пройти. Используя экстралок, потому что у нас шестой замок как раз-таки есть. Труба.
Сейчас постараюсь все сделать максимально быстро. Мы проходим игру с вами. Ёбаный бабай! Я не распаял! Или как? Вы поняли вообще, откуда он пришел? Я нет. Откуда он пришел? А, все получается. Игра забаговалась, смотрите. Он напал на меня тогда, когда у нас распаивалась труба. И все, конец. На, получи по голове, смотрите. Прям в него вылез. Он меня не видит. Так, сейчас видит. Меня единственное радует, что здесь первый и последний час похожи друг на друга. Тут нет такого, как в Грэнни. Начинаешь хромать сильно, потом весь экран в крови. Тут все класс. Тут первый день, как и последний. Так, опять щипцов здесь нет. Молоток тоже нет. Предыдущий респаун совпал. Yes. Так, вылезаем. И убегаем. Это есть. Так, под пиццей. Кусачки на месте. Ура. Понятно. Убегаем перекусывать. Ключ тоже на месте. Лучше здесь и пойдем, смотрите, халява. Бам. Перекусили. Просто мега прохождение по скорости. Я уже иду сюда за ключом. И он даже не знает, где я, смотрите. Бам. Вот это тактика. Yes. На изи. Обманул его. Он сейчас уйдет совершенно в другое место. Так. Ох ты, кот здесь. Кот здесь, но мы сразу же ключ применяем. Ну-ка, что здесь есть? Кстати, молоток есть. Ой, нашумел. Цепочка. Ура. Сейчас пойдем за кодом. Пусть в эту комнату зайдет. Все, зашел. Ой, конец мне. Эту дверь надо закрывать. Получилось. Все, успел, я успел. Так, могу ли я закинуть ее на лестницу? Не получилось. В воздухе висит. Бам. Закрыл. И он, конечно же, ушел, да? А, нет. Все, сматываемся пока что за молотком. А, смотри, он не туда пошел за мной. Так, не здесь, да? Все, сейчас будем шмалять, потому что у нас 3 патрона. Пусть летит к мясу. Бам. Улетел. Есть 30 секунд. Мы себе дробовик оставляем для того, чтобы перебить веревку. А молоток нам нужен сейчас, чтобы разбить зеркало. Хотя дробовиком тоже можно его бить. Так, заряжаем флейту для того, чтобы сбить паяльную лампу. Так, берем код. И наверх опять. За специальным ключом. Он все еще здесь. Но не пойми, где он будет дальше. Ах ты, пошел не туда. Смотрите, он слепой. Вот это будет супер прохождение. Я бы сказал, даже это будет спидран. Так. Кстати, мы кусачки-то применяли? Или нет? Бам. Я успел закрыть. Теперь нам нужно будет взять как-то флейту. Она далеко. Yes, все. Его усыпляем. Yes, попал. Сейчас нужно грамотно сбить паяльную лампу. Это очень сложно. Только распаивать трубу нужно будет без присутствия психопата. Вот что с ней? Вялые выстрелы. Yes. Иди ко мне.
Все, он попался. Я сейчас по нему влупляю и буду распаивать трубу. Ты что, слепой? Бам! Ес, все. Уже даже не важно. Можно не заряжать уже даже флейту. У нас потому что все есть для прохождения игры. Так, распаиваем. Вот так, смотрите. Так, 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 так. Труба распаяна. Где мой дробовик? Он на потолке висит. Он это делать умеет. Пока что просто ждем. Где же он появится? У него есть странный респаун вот здесь за дверью. А, все, вот ты где. Я спалился, закрываемся. Ах ты, вот как. Вот как даже, да? Это было странно. Хорошо, ждем пока. Так. Метко целимся. И все, проходим игру. Ах ты, нету. Значка нету. У тебя, получается, проводок здесь не перекусил, что ли? Перекусываем и проходим, ведь по идее. Но у нас труба не распаивается, понятно, все. Труба не распаивается, это значит, пройти невозможно. Давайте еще зарядимся. Да, у нас баг трубы. Но теперь мы все равно по нему шмальнем. Выбора нет. Бам. Все, взлетные конфеты он принял. И смотрите, у нас реально в игре баг. Потому что труба не распаялась. Как будто бы в игре их две. Давайте мы на этом видео закончим. Игра пока что не проходится. Труба у нас, видите, не распаивается, так и остается цельной. Разработчикам спасибо за обновление игры, хоть и с багами, но зато это обновление. Всем спасибо за просмотр, оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.